Всем привет, с вами Андрей, и это шестая часть летсплея по Майнкрафту. Сейчас я покажу, что я делаю. Я строю малую ферму. Извините, конечно, что я не построил ее прям на видео не показал, как ее строить. Ну. Так, сейчас наступит утро, и я упаду. Так. Как же долго наступает утро. Ай, ну ладно, пофиг. Как жестко я упал. Да. Зря, Андрей, ты так. Сейчас еще меня скелет пристрелит. Черт. Там паучок, наверное. Так, замяк. Здесь нет никого. Бежим. Кажется, скелет убил крипера. Ой, скелет убил паука. Точнее, ну, для меня он-то он хороший, но бедный паучок. Итак. Косточка. Так, где моя? Так, железная кирка при мне. Так, пойдем домой. Ну, во второй дом. Это первый дом, а это второй дом. Но вообще первым был построен вот этот дом. Короче, нет разницы. Там оба ферма будет приносить мне очень много количества. Ну, очень много ресурсов и лута. Главное. Так, у меня нету камня. У меня его вообще нету. Может быть, надо посмотреть в другом доме. Наверняка там есть камень. Или земля. Мне нужен либо камень, либо земля, либо дерево. Пожалуйста. Здесь ничего нету. Здесь есть стекло. Но нет. Кажется, нет. Кажется, я попал. Ну что же, давайте добудем тогда песок. Песком легче всего закрывать. Я не знаю, но веб-стор уже поступила на проверку Minecraft версии 0.6.0. Ну, так как я пользуюсь андроидом, в принципе, это мне совершенно безразлично. Так, мне нужно большое количество. Конечно, лучше бы было взять лопату, но мне лень ее делать. Так. Так, 43 песка. 43. Я думаю, если еще разобрать то здание, то есть ту старую мобоферму, которая не захотела работать, так сказать, то, в принципе, мы... Так, давайте, я, кажется, знаю, что нам делать. Сейчас, подождите только, я покажу. Thank you.
Туда или не туда? Не туда. Так. Что-то я теряюсь, путаюсь. Ладно, так, пока. Чуть-чуть не хватило, блин. Кажется, мне опять хотя железо. Но нет, нам не хватит, конечно. По закону подлости нам никогда не хватает. Нам не хватит 100%. Ну почему же нам не хватает? О, нет. Так, ну прыгать я не собираюсь. Я возьму просто кирку и вниз. Извините за лаги. Я лучше воспользуюсь топором. Хотя это глупо. Я лучше потрачу топор, чем железную кирку, которая понадобится мне в будущем для других целей. Дорогих, дорогих. Ну, как же долго, как же долго. Сейчас мне... Я просто сделаю лопату и не буду морочить себе голову. Сначала мне нужен будет камень, которого у меня вообще нету. Как же долго строить эту ферму. Лучше сделайте так, как сделал Топтенов. Топтенов. Это канал пользователя, который тоже снимает, как Just Player, как я. Let's Play. По Майнкрафту Pocket Edition. Очень хороший обзорщик и летсплейщик. Так, у меня все-таки остался камень. Мне кажется, мне как раз хватит его палок. Хотя нет, я палки забыл взять. Палки. Нет, ну палок-то мне, конечно, хватит. А вот кирки. Так, сейчас. Кирка. Да, мне хватит для кирки, конечно же. Но мне нужна лопата. Две лопаты, я думаю, этого хватит. И пойдемте рыть песочек. Песочек. Наверх я собраться точно смогу. Но мне нужен песочек. Так, сколько у меня песочка? 57. Не хватит пока. Ну ладно, мы еще не все. Так, сейчас я наберу достаточное количество. Так, мне кажется, этого нам хватит. Да, это нам за глаза хватит. Я должен успеть добраться до моей моба-фермы. Чтобы меня не схапали мобы. Так, мне кажется, паук уже ожил.
Потому что он уже так шипит на меня. Так нет, 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 нет. Мобы меня не съедят. И все будет хорошо. Чтобы крипер там какой-нибудь не появился. Но нет, меня уже не достанут, конечно. О чем я там говорила? Мне кажется, мне все равно на крышу не хватит. Ну, подождите, подождите, еще я не закончила. Так, мы почти добрались. Как музыка даже. Так. Ху-ху. Наверное, не хватит. Я не знаю, что я сделаю с собой, если нам не хватит, опять же. Я, наверное, брошусь и не стану подбирать ни железную кирку, ничего. На крышу нам, само собой, не хватит. Так, осторожно, осторожно, я не хочу упасть. А может и хватит, но на крышу нам не хватит. А вот чтобы... Городить стены? Ну, нет. Тоже не хватит. Хотя... Еще есть эта река, Мишка. Ну, о чем я там думаю? О чем я говорю? Мне ничего не хватит, конечно же. Как мне надоело. Как я доберусь? Другой конец. Так, так. И придется опять спускаться вниз. За что же мне это? Ну ладно, на этом я хочу закончить свой 6-й летсплей по Майнкрафту. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.